мы находимся в выставочном зале «Наука и искусство» Академии наук Республики Башкортостан и Творческого союза художников Республики Башкортостан. Но вот сегодня у нас выставка Филиппа Никонова, московского художника. Очень интересная работа. Лет 5-6 назад я еще был нефтяником, транспортником. Занимался перевозками нефти, нефтепродуктов. Но в какой-то момент понял, что силы мои иссякают, и я ушел из бизнеса и занялся фотографией. Закончил несколько фотошкол. Отдельно закончил школу по спортивной фотографии. Придумал вот эту серию, которую я сегодня представляю первый раз в Уфе. Я ее еще нигде не показывал. Это проект называется «Не Олимпийские игры». Я езжу по всему миру и по России, снимаю местные виды спорта, которые распространены именно в этом регионе, в общем, где люди, так сказать, вот, занимаются спортом именно больше ради интереса, ради чистого спорта, нежели там денег. Столько вложено в эти фотографии, очень хорошее, грамотное представление работ. Фотохудожнику удалось передать зрителям тот эмоциональный ряд, который испытывал он, делая эти фотографии, и в них даже как бы вложилась та энергетика, которую испытывал зритель, наблюдающий их воочию. Мне интересна тема фотографии в целом и тема спорта, так как эта тема очень сложна по своей технике, по своей технологии, то есть как бы постановка, то есть спортсмены не стоят на месте, то есть ты должен подстроиться под них, тем самым кадры получаются интереснее. По-моему, очень интересные работы. Человек отличается от наших местных фотохудожников, которые, в общем-то, мало кто работает в таком ракурсе репортажа. Я думаю, будет очень интересно для наших любителей фотографии, профессиональных художников посетить эту выставку. Наш выставочный зал работает постоянно бесплатно до 16 июля предварительно. Но мы думаем, что мы эту выставку еще там где-то на неделю продлим. Я думаю, что до конца июля, возможно, она будет еще находиться в эфире.